Ты что, остановились? Здравствуйте. Ай, пи***ц. Жив, ты жив? Нет, похоже. Парализовало меня. Что с вами? Да меня машина сбила, ебана в рот. Помоги встать мне. О боже мой, блядь. Пробудил, все. Я живой. А, да, ну, мудилы, блядь. Да не, здравствуйте. Извиняюсь. Здравствуйте. Да меня второй раз сбили уже. Оружие его за спиной, что это? Потому что я проснулся с одним в руках. Я не знаю, как так получилось. Я вам предлагаю добровольно дать оружие. Не, я с ним проснулся с оружием. Это папина винтовка. Она не заряжена. Уберите, похоже. Значит, у вас лицензия есть на оружие? Ну, конечно, есть. Покажите. Подскажите, как покажите убрать. Лицензию покажите. О, вот и все. Садитесь. Извините, полицейский. Давай, да, я согласен. Давай, подвози. Мы вышли. Стойте, подожди, куда он поехал? Полицейский, что-нибудь делайте. Сука. Помогите. Как так получилось? Тихо. Да пошел ты нахер. Ой, блядь. Ой. Прости, брат. Гражданин задержан до выяснения обстоятельств. Умеете прохорить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использован против вас. Зачем вы начали уезжать? Ну, видимо, где-то лежал за мной, ухаживали там. Проснулся, видимо, пару лет проспал. Раньше это было в норме. Что норма была? Бегать с оружием по кровати? И это тоже нормально было. И уезжать, то есть не слушать полицейских, тоже нормально было. Угу. Но вы знаете, что это наказуемо, да? Раньше вообще наплевать было, сейчас не знаю как. Смотрите, гражданин, если вы хотите носить с собой оружие, первоначально вам надо прийти на ПУ и сказать, что вы хотите сдать на пистолет. Хочу сдать на пистолет, давайте. Ну так. Нет, для этого вам нужно сначала доехать до медиков, получить справочку о том, что вы психически здоров, и у вас все в порядке. Хорошо, давайте я это и сделаю. Медицинский центр. Сейчас мы подъедем туда и нормально припаркуемся. Гражданин, че вы бегаете? Подвезешь? Мне тоже надо лицензию. Подвезу. Ну не маячь. Уходи с дороги, не маячь, ё-моё, не маячь, дурак, ёбаный. Что ж происходит, а, бедолага? Да что ж такое-то? Ладно, нормально. Здравствуйте, гражданин. Здравствуйте. Я Леонардо Кохин, губернатор будущий. Самая основная причина, почему люди тут умирают, это пранки. Серьезно? Чтобы да, вот кто-то пранковал, приезжают люди с автоматами, пистолетами, стреляют и, блин, ложат всех лицом в пол. Сейчас будет пранк. 911. Алло, это полиция? Да, диспетчер 102, слушаю вас. Тут, короче, это, бомба тут, короче. Этого. Ну что-то, короче, бомба тут в этом, где медики, медицинский центр, тут, короче, бомбу заложили. На госпитале? Да, тут заложили взрывчатку на госпитале, да. Приедьте, понял, пожалуйста. Сейчас все, я короче, пранк сделал. Никак, мужик. Сейчас менты приедут. А ты знаешь, что они видят тебя по GPS? Когда я пранканул? Да, мужик, давай потеряемся отсюда, чтобы нас не напинали. Давай, пожалуйста, помогите. То я сказал, что тут... Пошлите со мной, тут еще граждане сдадут нас. Быстро. Блять, да что? Мужик, ты живой? Я живой. Это пиздец. А, мужик, ты сдавай. Ой, похоже, реально бомба была заложена. Походу, на меня покушение сделали, блин, мужик. Ты береги себя, самое главное. Здесь у нас да, наша да. Опасность, на самом деле. Да, хорошо. Это что было? Любым вопросом обращайся, брат. Хочу вот так же летать, как безумный. Вот на доске хочу научиться. Мужик, да. Дашь покататься, мужик? Да. Здравствуйте. А что это за здание у вас такое? Резиденция губернатора. Пропустите кореша навестить. Ну, сейчас он придет, точнее, уже сейчас там где-то на выборах там где-то. Нету никого. Я знаю, где губернатор, сейчас он подъедет. Пропустите, пока подъедет, чаю заварит. Скажет, так и пропустите. Да вы можете спать, я сам так-то могу пробраться. Это были проникновения, я буду вынужден вас задержать и вызвать сотрудников полицейского департамента. Уходи отсюда. Блять, это пиздец. Добрый день, говорит сотрудник ГЕРД. Было проникновение на территорию резиденции. Да не пизди ты. Человека. Я не виновен, помогите. Я мимо просто пролетел, блять.
Вы имеете право хранить молчание, все, что будет сказано вами, может быть, будет использовано против вас. Да я же даже не нахулиганил. Знакомимся, я детектив Ди Вилсон, вот мой жетон. Можно обратиться детектив Ди Билсон? Вилсон, не Ди Билсон, уважаемый, Вилсон просто. Детектив Вилсон, я могу рассказать всю ситуацию, что произошло. Я вам слушаю, уважаемый. Поругались, короче, он вышел из-за ворот своих и просто пизды дал, и все. Кстати, ссылка на сервер в описании, господа просматривающие. Максим, вы были задержаны за проникновение в закрытый режим. А вы знали, что там просто закрытый режим? Конечно знал, я же за забором был. Они вас заругали, да, как я понял? Он вышел оттуда и пиздюлей отвесил мне. Добил вас, значит. Ну что-то электрошокер там или что-то, я не знаю, ноги подкосились, ну, да. И все. А что вы зашли на закрытый режимный объект, это клевета, я не... так помню, да? Да, я не заходил на режимный объект, никогда бы не зашел. Давайте на первый раз я вам буду устное предупреждение сделать. Лучше с ними драки не пойти. Понимаете? Так он подошел, отпиздил просто и все. Просто так и не думаю, что человек идет и пиздит. Не просто так, мы поругались с ним. Ну, вон там мою маму. Лучше не ругайтесь. Я его маму. Да. Ну и короче, я вас понял, конечно, да. Так, слово за слово, и все, и вот просто... и заварушка. Эмоции при себе лучше. Звоните, не знаю, полицейский департамент, позовите детектива, допустим, лично мне надо. Я приду, вместе все, как положено, сделаем. Удачи. Так, откинулся, пацаны, откинулся. Уай. О, спасибо, ребята. Спасибо. Мусора меня никогда не поймают, блять. После всего этого вы нас называете мусорами. Единственное, что я так по-человечески. Да ладно, простите, я этот, типа, детектив Ди Билсон, я только так перед пацанами. Я только перед пацанами так, и все. Понтуйтесь, да? Да, не обижайтесь, пожалуйста. Давайте, детектив. Спасибо. А где кандидат этот, ёпта? Подскажи, пожалуйста. Вот он лежит, уже где? Лежит с пулеметом, вон он. Эй, кандидат, бля, меня твое хуйло, твой охранник меня отпиздил. Слышь, кандидат, бля, гондон. Пустите меня лучше, не трогайте. Меня убегал его охранник, пожалуйста, не надо. Меня отпиздил его охранник. Все, поехали. Сука, опять трясет всего. Опять всего трясет. О, здравствуйте. Давай, давай, подвози. Куда тебе, кентуха? Да там вообще, вот знаете, дом губернатора есть, да? А там работает не адекватный охранник, который меня избил, покалечил. Дружище, ну чтоб с такими разбираться, нужен ствол. А ствол где стоит довольно больших денег. А у тебя есть большие деньги? А можно где-то глянуть, сколько у меня денег на счету? Банковский счет там 2 ляма лежит. Охуеть. Дружище, ну это не деньги. Мы банда-то Лебови. Местные, так сказать, криминальные авторитеты, скажем так. Но нам сейчас нужны, так сказать, черные руки. Если поможешь нам, мы тебе щедро, так сказать, поможете. А давайте вы мне просто поможете. Может, давай ты помощь за помощь, а я буду копаться в говне, а потом вы мне просто охранника изобьете у меня на глазах и все. Договорились, дружище. Все, давай. Так, то, что он носа своего не поднимет. Здрасте. Бля, ну у тебя и прикид, конечно, дружище. В натуре с деревни, да, прикатил к нам? Я этот, бля, человек из пластилина. Да. Без слез не взглянешь. Хотя как звать нахуй, дружище? А я аноним по паспорту. Давайте все на человека из пластилина остановимся и все. Короче, у тебя кличка Алкаш. Смотри, Алкаш. Не-не-не-не-не, я... Слышишь, давай нормально. Меня все всегда называют человек из пластилина. И все. Короче, Алкаш, значит, смотри. Ну я сейчас нахуй нихуя работать не буду. Слышишь, называй так, как мне нравится. Дружище, я сейчас тебе нахуй ногу пристрелю, будешь выебываться, понял? И на тех нарвался. Называй меня нормально, иначе нихуя делать не буду. Послушай, почему тебя называют человек из пластилина? Потому что звучит опасно и как бы сурово, и загадочно еще звучит. Как, сурово, понимаешь? Что пластилин, но это не такое уж твердое вещество. То есть, можно сказать, что мы на тебя вот эту опереться не можем. Да, ты попробуй в меня пулю выпусти, мне будет похуй. В этом вся и суть. Я человек из пластилина. Из пули тебя не берут, верно? В этом и суть, да. Так что называйте меня, пожалуйста, так, как я прошу. Ладно, человек из пластилина слишком долго, да. Нет, ладно, я буду откликаться только на человек из пластилина. Никакое иначе. Пластилинчик, хуинчик. В два слова ладно. Меня называйте. Хорошо, пластилинчик. Человек из пластилина, мы сейчас не договоримся ни давай о чем. Я буду говорить человек, ты будешь говорить пластилин. Пластилинчик. Никакой нахуй не пластилинчик. Давай нормально же. Женщина, ну ты не похож на, блять, на человека пластилинчика. Понимаешь, ты просто пластилинчик. Ебани пулю в меня. Давай проверим. Давай, куда тебе стрелять, дружище? Куда хочешь, меня не возьмет ни одна пуля. Ну, и что это такое?
Это разве удар? Это холостая, блядь, что ты думаешь, мы тебя из боевого будем стрелять? Ладно, он подходит нам. Человек с пластилина. Мы ребята хоть и не обедны, но деньги всегда нам нужны. Поэтому, я думаю, нам пригодятся твои навыки наши следующие. Чьи навыки? Чьи навыки вам пригодятся? Человек с пластилина. Но мы увидели, да, как ты пулю вот эту вот впитал в себя и где-то там через пятки ее обратно вот эту вот выдавил. Задача будет следующая. Банк. Оружие, дрель сверли, бабки гребем, пытаемся съебаться. Все, что последний пункт, я выполню на ура. Последний пункт, это на меня можете положиться, это я умею. Но мы тебе другую задачу дадим, конечно. Мы тебе оружие не дадим, так как мы не знаем, как ты с ним обращаешься. Имеешь какие-то либо навыки, может, там, я не знаю, там же в Афгане, в Чечне, может, с пистолетами у меня такое. Короче, в меня всегда стреляют, а я вот человека перед собой вижу, хочу выстрелить, и у меня сердце сжимается, не могу, короче, выстрел совершить. Может, тебе это не огнестрельное дать, не летальное оружие тебе. Вот это, кстати, хорошо звучит. Вот это оружие звучит замечательно. Держи, передаюсь. Ну, демонстрировать нужно мое умение. Разочек, успокойся. Понял. Держись. Я все умею, так что... Он походу умеет. Я умею, да. Затемся. Что было, блядь? Ах ты урод! Кто это? Ты кто? Ты кто? Кто это, блядь? Я не узнал его, прикидывайте. А это этот черт, блядь. А ну вот этого коричневого стрельни. Кто? Кого? Вот этого? Этого я с удовольствием. Кого стрельни? Вон стоит вот этот, вот. В церковь забежал, вот это сделал. Я не буду никого стрелять, не надо ребята меня провоцировать на эту хуйню, я мирный парень. Шикарная музыка. Чё за попуск? Кто? Шеф, да это так, новенький дилюган, да, мы его подобрали где-то. Зовут как? Человек парк, из говоришь, пластилина. Чего нахуй? Кто? Человек из пластилина. Шеф. Меня короче, зовут человек вот из пластилина. Вот этот гаденыш фермерский с тайзером, его зовут пластилинчик. Хорош, не надо хуйню нести. Меня же, нет, у меня все полностью. Ну ты опять портишь всю хуйню, ну просто, я не знаю, его просто прирезать надо будет где-то. Он мне... Вот это? Его, да. Нет, вот он, про него, с ним, не я. Я тут, Талибобе, дружище. Вот, это пластилинчик, такой провинциальный паренек. Нет, он хуйню несет. Нет, меня зовут человек из пластилина. Ну, ребята, меня так всегда называют. Почему он... У него это... Человек из пластилина. Это очень долго и очень длинно. Нихуя не долго. Ну ж как понять долго? Долго это рассуждать об этом. Уже давно бы сказал. Человек из пластилина, подойди, пожалуйста, подай мне там гаечный ключ, блядь. Ладно, очень нет, приятно. Гриша Лепс. Хорошо, что вы на дело выдвигаетесь, да, насколько я понял? Да, на дело выдвигаются, да. Человек из пластилина. Да, человек из пластилина. Короче, человек из пластилина. Поехали на банк. Сейчас глянем, что там происходит. Обследуем обстановочку. Короче, вот это банк. Короче, тут находится электрический щиток. Нам надо сигнализацию выключить. Бери, короче, отмычки, ломай вот эту дверь. Так, ну, значит... Давай посмотрим сейчас твои навыки взлома. Помню, что тренировался, короче. Блять, сука, слетело. Сука, да я вышибу сейчас нахуй эту дверь ебучую, блять. Я его расхуячу, блядь, просто сейчас. На, нахуй. Все, нахуй эти ваши отмычки ебучие. Опа, на. Ты что, выбил ее? Ну, конечно, нахуй. Иди выключай свет, я не электрик особо. А, блядь, ну тут этот, фаза, блядь, нарушена. Фаза, блядь, надо разобраться. Что там, я особо не понимаю. Нужно от сети отключить фазы и всю гуд. Давай. Пробки вышибу. Замыкание, короче, короткое замыкание. Нужно нарушить, короче, вольтаж. Сейчас я вольтаж нарушу. Во! Шаговое напряжение сейчас ебанет, надо гуськом уходить. Ноги не размыкай, ноги не размыкай только, а то уебет. Короче, смотри, как пойдем в банк, я начну пилить замок. В банке будут бабки держать. Их надо будет носить в тачку. Понял. Короче, берешь прям стопку денег и несешь в тачку, там на входе стоит. Все? Да не, погоди, тут надо, короче, зачистить за собой все. Болгарку я забрал. Так. Опа, на. Блядь, пизда. Менты. Что происходит? Короче, нас менты, походу, накрыли. О, у меня идея.
Диспетчер полицейского департамента приезжает к Кравцову. Да, алло, здравствуйте, диспетчер полицейского департамента. А там вроде банк ограбляют, да? Да, мы уже регионы. А они уже все, уехали они из банка, все. Данные могу дать по расположению преступников. Уехали все они из банка, в банке нет никого. Понял. Так что все, банк не идите, идите нахуй. Короче, человека спросили. План следующий. Ты сейчас возьмешь меня в заложники, выйдешь со мной на улицу и скажешь, что если они не уедут, ты меня убьешь. Потом ты меня посадишь в тачку, мы с тобой свалим отсюда. Я в заложниках, не стреляйте, полиция. Да ты заткнись, ты говно, заткнись. Заткнись, говно. Я поймал преступника, полицейские. Убью его сейчас нахуй, преступника, блядь. Все видите, полицейские. Полиция, не стреляйте, дайте нам уехать. Преступник хочет уехать, короче, это его последнее желание, вот, перед тем, как я его убью. Дайте нам уехать, полиция. Я в заложниках, повторяю. Я убью его нахуй, убью, убью его. Не стрелять, повторяю, никому не стрелять, я в заложниках. Пустите заложники. Дальше, что делать? Да есть машину, блядь. Починить надо, нахуй, она не работает, нихуя, машина не работает, сука, по фазе запустили, блять. Не стреляйте по нему, там еще 10 человек в банке, они начнут стрелять. Я поймал преступника, это преступник, я его поймал сам, вам, полицейским, вот так и помогай потом полицейским. Все, я уже принят, к вам в своих, в ваши ряды принят, да? Нет, я вот старался. Мы окажем первую медицинскую помощь. Спасибо, а я старался, вот их ловил преступников там. Преступников ловили, да вы что? Вот этих вот, да, ловил преступников. Короче, я просто фазу пришел чинить, и электрик. Там одного парнишку током жахнуло, блядь. Проводку я проверял. И меня в заложники и там и взяли. А у меня свой был этот, короче, электроинструмент мой, короче. Вот я одного придурка и прижучил. Тихо, спрячьтесь. Да. Ой, блин. Я одного и прижучил, придурка там, прижучил одного. Смотрите, на данный момент там происходит ограбление. Мы вас можем подвести пока на берег туда. Потом, как закончится там вся ситуация, вы подойдете, воспользуйтесь банком, как хотите. Да, хорошо, конечно, да, договорились. Здравствуйте. Вы на экскурсии сегодня? Да. Пойдемте, тут постойте возле нас, тут безопасно. А где банк-то? Там надо фазу чинить, блядь. Ну вот меня заказали, нахуй, чтоб я чинил там фазу. Тут деньги-то, куда деньги-то мне теперь? Ну все, я пойду починю и проводку. С них самая хорошая идея. Подождите, пожалуйста, проводку пока начнет, там еще идут боевые действия. Фуф, еле уехал оттуда. О, человек из пластилина. Здорово. Здравствуйте. Слушай, а поехали, я тебе отдам твои кабеля, там в машине лежат, и эти пустоголубцы. Давай, буду чинить потом этот. Да, поехали, садись. Короче, там такая, я им сказал, что я заложник, меня отпустили, я уехал. А бабки-то у меня лежат. В натуре, что ли? Да. Нихуя себе. Может, все себе заберем, делиться не будем, нихуя. Слушай, да нас потом найдет, это же мафия местная. Мне кажется, это опасно какая. Да нихуя не сделали, блядь. Ходили только деньги, складывали им как грузчикам, блядь. По 300 рублей, нахуй, дать каждому, все. Хули, все остальное мы делали. Опа, наш шеф приехал. Слышь, он походу... Слышь, он что-то... Там что-то шеф, походу, злой. Шеф! Шеф, уважаемый! Ты же, может, руки поднять? Чё такое, шеф? Пацаны где наши? Вы чё, крысануть решили? Где бабки? Я знаю эти пацаны, да. Бабки где? Я не знаю. Интересует. Я помогал. У меня, я могу дать бабки. Нет, бабки с банка, где я спрашиваю? Я знаю, вот они. Крысануть хотят. Бабки. У меня бабки в рюкзаке. У него бабки в рюкзаке. Угу. Рюкзак снимай быстренько. Хорошо. Нет, вот они, бабки. Значит, они в машине лежат, реально. Багажники или где? Да, багажники, бабки лежат. Ключи от машины где? Возьми револьвер, достань револьвер, убей его, нахуй. Ключи от машины. Я отвлеку. Сейчас я достану. Отвлеку. Давай, я отвлеку, ты его чуть-чуть с револьвера, нахуй. Я так и знал, ок. Доминик, что ты красавец. Вон крысит, да. Не подходи. Не подходи, Доминик. Я могу пнуть ногой пнуть. Ключи в кармане у тебя? У него, да, в кармане думаю, ключи. Доставай. И у меня есть ключи тоже. Возьми ствол, убей его, он спиной стоит. Блять. Револьвер возьми. Ёбаный в рот, блять. Уезжаем с бабками. Я найду тебя, человек из пластилина, сука. Поехали. Я найду тебя, тварь! Простите. Ой, блядь, я дурак.
ты чё на машину вылез? А я иначе не умею, я вот... Видишь, я и правда из пластилина человек вылез. Вот такая вот хуйня. Заходите, играйте на сервер Amazing. Ссылка в описании. Пиздец, смс-ку написали мне страшную. Чё написали? Что пизда мне, зря не убил меня, говорит. Это кто тебе написал? Гриша написал. Подожди, мне сказали, какое-то объявление новое появилось. Что? Чё? Зайди в планшет и в объявлениях найди заказ. Даю любые деньги за голову человека из пластилина. Отныне городе все должны знать, кто этот мерзавец персона нон грата. Любая помощь этому мерзавцу означает проблемы с талибоби. Ну все, на тебя холт открыли, слышь. А позвонить можно? Алло. Алло, я по телефону сейчас разговариваю? Да. Это кто трубку взял? Григорий. Григорий, здравствуйте, а вы вот подожди. Сколько вы платите за заказ там? Я заказ увидел. Этот, я тебя узнал, ты ч... у тебя хватает наглости звонить еще сюда, ты че, чмо? Не задался разговор что-то. Слушай, а давай смотри, а я могу объявление сам сделать? Да, можешь. А сейчас я сделаю объявление. Гриша Рэпс должен быть устранен. Найдите мне Гришу Рэпса и фотографию его трупа. Бабки плачу. Реально он плохой парень. Отвечаю, ваше говно, а не... Человек. Ну все, короче, тут наши пути расходятся. У тебя есть тачка, у тебя есть бабки. Спасибо, мужик. Эй, Гриша, посмотри объявление, нищеброд. Ты на меня объявление создал, серьезно? Конечно, создал на тебя объявление. Ну ты же ты на меня. Ты понимаешь, кто я? Да в этом городе меня не то, что. Ну, я видимо. Просто даже посмотреть не могут. Ну меня, да, но я, видимо, в 10 раз тебя пизжу. Кто бы ты ни был. Кто сказал? Ну вот посмотри стоимость объявления там. Вот, и сам можешь посудить. Какой же ты подонок. В любом случае я найду тебя. Оглядывайся, старичок. Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут. Не важно, как меня зовут, меня заинтересовало ваше объявление. А, ну да, здрасте. Скажите мне, что это за человек, и почему вы хотите его убить? Ну, это начальник этого, короче, там, банды какой-то, блять. Как ее зовут-то? Ну, как зовут банду, которая пи***ет не, как она называется, банда эта? Я не знаю, о ком вы говорите, о кого... Как она там называется, какое-то слово дурацкое такое, дебильное такое. Гномики. Ну вот что-то гномики какие-то. Вот предводитель вот этой вот банды, короче. А я электрик обычный. Ну деньги имеются, да. Где его найти? Блядь, я не знаю, где его найти. Позвони ему. Он... А он на меня объявление подал, ты этому идиоту позвони. Ёбаный в рот, меня врезались тут ДТП. Да я тебе не кину, сука. Ты чё гондон делаешь? Да этот гондон в меня въебался. Ты гондон, что творишь, блядь, а? Автомобильное чмо, блядь. Сука. Давай сбрасывай, короче. Ублюдок, блядь. Ты что делаешь, гондон? Ребята, ставьте лайки. Не забывайте. Алло. Алло, дружище. В общем, я этого клоуна поймал. Я пригласил его на штаб-стоянку. Он сейчас у меня связанный в тачке. Так что подваливай побыстрее на штаб-стоянку и захвати с собой бабки. Надо обезопасить себя. Здравствуйте, полицейский департамент. Я еду сейчас на штрафстоянку. Не могли бы вы туда машинку отправить? Меня могут украсть. Да, не понял, сейчас. Ну я сейчас деньги пойду человеку. Сделка подозрительная. Меня выкрасть могут. Шанс есть, что выкрадут меня. Офицерам передам информацию. Не, надо прям сейчас вообще. Меня украсть могут. Ну, у нас свободных патрулей на данный момент нет. Ёбаный в рот, ну вы приедете, вот вы, кто там сидите сейчас. Я не могу. Какой я толк от вас, если вы только на телефон принимаете? Давайте вы сейчас человеку поможете, мне жизнь спасете. А что я передам сейчас диспетчеру дежурную информацию? Ожидайте. Ну все, давайте, жду вас, иначе меня сейчас убьют нахуй. Все, хорошо, передам. До свидания. Сука, это он, Гриша. Гриша, ёбаный в рот, я ненавижу тебя, сука. Алло, начальник, спасибо.
спокойно, ты деньги привез или нет? Да, привез деньги, привез. Кому деньги-то? Мне. Показывай свой паспорт. Гриша, прости. Заткнись, блядь. Иди, вон, поговори с этим чуваком. Гриша, простите, пожалуйста, короче, это... Ой, блядь, ой. Руки в гору я. Все. Попался. Поднимай руки, клоун. Даже не смей рыпаться. В смысле? Думаю, мы тебя не поймаем. Ёбана в рот. Ну что, гандон. Мы поймали пластилинчика. Ну чё? Допрыгался, пластилинчик. Сука! Грузите пластилинчика. Ну интерьер тут охуенный, ничего не скажешь. Да, посмотришь последний раз на такое. Слушай, мне на самом деле он еще с первого раза не понравился тогда. У тебя же какой-то закус с ним был, да? Я тебе говорю, этот пластилинчик, я сразу почул, что он такой себе товарищ. А вы мешок ему не надели на голову, то он, не дай бог, что увидит, куда мы его возим обычно. Так, а я вижу все, вон нормально, горы красивые там. Зашторьте занавеску, чтобы он не видел ничего. Да я еще занавеска вас зашторит, я охуею. Да вы че ебанулись, она реально зашторилась. В смысле, реально? Че он умеет вообще? Ну что, пластилин, на фирменный знак перевернутую букву Т, это ли будет, показываем. Прощай, пластилинчик. Было приятно с тобой работать. Ладно, давайте пока, пацаны, потом еще погуляем там. Маловероятно. Суки, и остался я с нихуем, блядь. И не позвонить ментам даже. Блядь, да вы чё, охуели? А, телефон отключен. Диспетчер полицейского департамента уже скоростно сушилось. Это я вам звонил минут 20 назад, 15. Ну, мне за минуту поступает много звонков. Ну, по поводу, что украдут там человека, я звоню? Да, да. Ну, вы довольны, меня украли, блядь. Я теперь хуй знает, где нахожусь. Сотрудники полиции вас подержали туда. Ну, а я украден, все, меня увезли нахуй. Что мне делать? Я в лесу где-то, я хуй знает, где я вообще. Я знаю, где вы находитесь недалеко от плантации кокаина. На плантации кокаина чем занят? Выращиванием кокаина или нет? С кустиков. С кокаином. Да, если вы об этом знаете, какого черта вы с этим ничего не делаете? Почему? Постоянно обрабатываем там, постоянно, даже на главе, что там беспилотник сидит. Это пиздец вообще, это пиздец. Не знаете, что я подумал? А не надо за мной приезжать, идите нахуй. Заходите на сервер Amazon, мне понравилось, прикольно. Вечно живущий сервачок. Ссылка в описании, заходите.